Может, маленькие вот такие вот прикольные взять. Бананы на Канарских островах. Вообще, если я не ошибаюсь, они очень дешево здесь стоят. Точно я не знаю. Вот там здесь написано оферта. 79 центов всего. Килограмм. Может, потому что они старые какие-нибудь. Вроде нормальные. Возьмем вот такие бананы. Вот здесь разный мелон. Это же дыня вроде, мелон. 3,25 килограмм. Это у нас, как же она называлась-то? Забыл название, ну в общем. Папайя, да, вон она написана, папайя. 2 рубль 29 килограмм. 5 евро килограмм вот эти штуки стоят. Клубника. Такие вот примерные цены здесь. Так, а это что такое? Кокос, это кокос у них такой. А, он еще не этот, не очищен. Непонятно, килограмм или не килограмм. Сливы 4 евро килограмм. Баклажаны 90 центов. Так, это вроде капуста. Тоже 90 центов стоит килограмм. Картофан стоит 2,15. Или это 3 килограмма, 2,15 стоит. Или это 1 килограмм, 2,15 стоит. Непонятно. В общем, такой. Да, 3 килограмма. 2,15, кажется, стоит. Лук, лук, лук. Почем лук? Лук непонятно. Почем? Ну, допустим, вот этот. Есть тут какая-нибудь надпись? Или вот этот? В общем, друзья, не знаю, лук трудно понять. Почем? Может, вот эти вот ценники, вон, 95 центов. Чеснок. Тут какие-то вот фрукты. Или что это? А, тоже паттайя это. Батата это, батата называется. Вот такая штука. Стоит 2,59 килограмм. Это батата. Вот это тоже батата, я так понимаю. Не знаю, что это, но что-то такое интересное. Батата. Такие вот здесь цены. Вот апельсины стоят 2,45. Не знаю, сколько здесь килограммов. Или 1 килограмм здесь. Да, 1 килограмм апельсинов стоит 2,45. Лимоны. Лимоны тоже стоят. Сколько. А, рубль евро 79 стоит лимоны. Вот мандарины 1,5 евро, евро 69. Лаймы стоит 2,65. 2 евро. Яблоки 93 цента. Это тоже у нас скидки здесь, оферта идет. Груши. Тоже яблоки. Вот по 2 евро яблоки. Вот эти по евро, те вон по 3 евро. Видать, разные яблоки здесь. Какие-то вкусные. Какие-то невкусные. Вот эти вот покрыты этим
с этим сгустком. Это типа считается плохо. Я плохо разбираюсь, но как мне объясняли, если нету вот этого такого покрытия сверху, а чисто такое идет, значит нормально. Если идет покрытие, это значит в парниках или там в каких-то в этих хранили. То есть не просто, не сразу с дерева, скажем так. Орехи грецкие. Сейчас узнаем. 4,59, вот такой пакет. А в пакете у нас... В общем, 100 грамм стоит 71 цент. Это значит, килограмм орехов стоит 7 евро и 10 центов. Ну, это 7 евро. В принципе, если сравнивать с другими местами, то это дорого. Вот. Я имею в виду с другими странами, если сравнивать. Такие вот дела. Так что пока все. А вот еще картофан есть. Вот чисто килограмм картошки стоит евро 29. Здесь вообще очень много, я заметил, разных картофанов. Сорты разные, виды разные. Вот килограмм 10 килограмм, то есть мешок из 10 килограмм стоит 9 евро. Пока все, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию, находимся на Канарских островах.